папы могут научить многому. Чистить картошку на скорость, находить на прищепках конфеты, маршировать с песней, метко бросать в корзину импровизированные снежки или разбираться в воинских званиях. Лучшее звание для любого мужчины – отец. У нас есть папы, которые сами военные, которые с медалями, награды, что детки их любят, и они берут пример со своих родителей. Геннадий Курганский воевал в горах Афганистана в 80-х, а после войны вырастил троих детей. И сына воспитал старшего, он и в армии у меня служил. И дочка у меня старшая тоже учится. Вот сейчас еще младшая появилась дочка. Воспитывает семья в первую очередь. И чтоб мир на земле был. Курс молодого бойца с удовольствием проходили юные герои вместе с папами. Мы готовим и душу, и тело, чтобы страну от врагов защитить. Для любого ребенка очень важно, чтобы их мама и папа были настоящими примерами для подражания. И в отношении к жизни, и в любви к родине. Я думаю, что родину любить – это сажать деревья, любить маму, папу и чтить родных. Трудно с Андреем не согласиться. Рядом с такими родителями ребята стремятся проявлять свои самые лучшие качества. А по итогам конкурса «Настоящий мужчина дня» назвали Геннадия Курганского.